скорбят по жертвам теракта в Украине. Флаги над зданием посольства Испании приспущены, люди приносят цветы. Киевляне соболезнуют родным и погибшим, а также пострадавшим в результате теракта в Барселоне. Мы опечалены, и мы им сочувствуем полностью, и понимаем, насколько им там печально и после этого тяжело. То, что в Барселоне, это опять подтверждение тому, что в мире неспокойно, что мы сидим все, как, все на пороховой бочке. То, что там произошло, в любой момент может и в Киеве произойти, и где угодно.